Здравствуйте! Вот захожу на ринг, ощущение, как захожу на ринг. Волнение, определенное волнение. Первые секунды все уходит, и ты понимаешь, что ты дома. Я нахожусь дома, этот квадрат стал моим домом очень-очень давно. Сегодня считали, 78 года. И я благодарен там. Благодаря прежде всего своим родителям, что у нас есть дома шутка такая, когда я родителей обвиняю в том, что они живут хорошо, и обвиняю их в том, что у них все хорошо сложилось в жизни, потому что если бы они меня в один день не отвели в зал бокса, ничего бы у них этого не было. Я хочу сказать благодарность своему первому тренеру, Владимир Александрович, приветствую вас. Что так получилось, что я был направлен в правильное, я не занимался ерундой, не ходил по улицам, немножко ходил, но у меня было времени. За счет того, что в 12 лет я начал заниматься 2 раза в день, за то, что посвятил всю свою жизнь этому великому виду спорта, я благодарен каждой секунде. То, что моя жизнь была направлена в правильное русло.